каждое движение должно быть относительно чего-то, поэтому оно может быть выразительным. Вы это упражнение делаете. Есть точка, относительно которой я выстраиваю себя. Я делаю движение. Я закончил. Теперь я изменяю тело по отношению к этой точке. Точка фиксируется на месте. Я сдвигаю движение, относительно ее сдвигаю тело. Я двигаю точку, относительно ее сдвигаю форму тела. Я сдвигаю точку, относительно ее сдвигаю тело. Понятно. Каждый раз линия, если она прямая, значит прямое дополнение, если круг, то дополнение по кругу.